Чего? Нашел гриб. Гриб нашел здесь, да, было дело летом. Чего клюет? Вот смотрите, пару недель назад мы тут ходили по льду, лед был очень даже толстый. Что это, вода? А сейчас здесь, видите, все опять растаяло. Наверное, лед есть, но он уже совсем не такой, как был в прошлый раз. И сверху вода. Вот так вот. Проверяем. Умеет быть, умеет. Ну, в общем, я на льду. Лед вроде бы толстый, но как-то, учитывая то, что оттепель на улице, не очень комфортно себя ощущаешь. Хотя с виду он может посмотреть, что он достаточно толстый еще. Вот так вот. Ну, сантиметров, наверное, 7-8. На середину я точно не пойду. Папа, а мы тут проверяли, ну и как? Ой! Скользко. Скользко. И там скользко, и тут папа. Скользко. Тут от льда скользко, а здесь от глины скользко, и от земли. Папа, нет. Папа, да. Стойте, сейчас свалитесь. Давай вот здесь, Саша. Вон у тебя большая, бери свою большую. Нет, так я не буду. Бери такую. Нет, не давай. Палка-выручалка, да? Ага. А у тебя есть палочка-выручалочка? Так, Саша заводилась. Нет, ну, у тебя какая-то маленькая палочка-выручалочка. Я сам за себя боюсь. Вот так, друзья, делать не нужно. Вот я так понимаю, лунки. Раз, два, три. Отойдите подальше. Можно, еще раз. Раз, два, три. Не получилось. Ну, не получилось, но треснуло. Близко не подходить.